Отдает он передачу. Играют они в пас. Удар! Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается забить. И это очень весомое преимущество на старте. Не слабо так. Форвард втиснул мяч в самый верхний угол. Мог ли здесь что-то сделать голкипер? Ну, разве что развести руками. Такие, откровенно говоря, не берутся. Нападение сегодня играет просто восхитительно. В центр штрафной пошла подача. Отдает он мяч партнеру. Опасно! Гол! И это гол после углового. Хорошо разыграли. Ну что тут скажешь? Разыграли как по нотам. Прекрасный гол. Уверенно они в атаку идут. Отдает он мяч партнеру. Гол! 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 Многие назвали бы этот гол случайным, но я не из их числа. Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. И это должен быть гол! Вот это вратарь! Как он спасает тут! Браво, голкипер! Просто... Оставляет мяч. Опасно! Гол! Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо! Похоже, судьба матча решена. Ходит мяч у них. Тут может быть опасно. И это момент. Гол! Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Хороший пас на ход. Играет в пас команда. Решил пробить. И он забивает. Молодцы. Не опускают они рук. Хотя понятно, что отыграть отставание почти невозможно. Попадает мяч в ворота после удара. Как мы знаем, со стандартов в современном футболе забивается много. И сегодняшний матч не исключение. Вот мы и увидели гол с углового.